6 апреля открылся наш Судакский дельфинарий. Мы рады приветствовать всех-всех-всех, и детей, и взрослых. В нашем Судакском дельфинарии представлены различные животные. Это и дельфины, тихоокеанские афалины, две девочки и два мальчика. Мальчики – это Шкипер и Боцман, а девочки – Петра и Марсия. Также в Судакском дельфинарии выступают сегодня прекрасные морские львицы. Всем известно, что дельфины – это очень позитивные создания, которые дарят людям праздник, а также могут даже лечить. Мы всегда рады вам. Приходите, ждем вас. Дневные представления проходят 3 часа, вторник, среда, четверг, пятница. А в субботу, воскресенье, праздничные дни ждем вас 2 раза в день, 12 и 15 часов. Всем удачи, хорошего настроения! Сколько тайн хранит в себе океан. И сегодня мы познакомим вас с его удивительными обитателями. Итак, мы начинаем. И я с огромным удовольствием приглашаю на нашу сцену обаятельную восстановленную артистку. С ней вас ждет море смеха, драйва и незабываемых впечатлений. Итак, встречайте, морская львица! Знакомьтесь, на сцене морской львицы школьный и ее тренер Антон Дунаев. Огромная просьба, пожалуйста, не ходите по залу, а пожалуй, танцевать я не понимаю, друзья мои, пожалуйста, не вставайте со своих мест. Мы уже с вами в классе.
тепла, что вы сможете совершить поступок души и сказать слова любви, которые изменят всю вашу жизнь, пока не поздно. Это часть дельфинария, в которой находится в разных странах. Наши дельфинарии находятся и в Минске, и в Украине, и в Крыму. Это международная сеть дельфинариев НЕМА. Сегодня, 26 апреля, в Судакском дельфинарии проходит благотворительная акция. И большое количество детей было приглашено из семей, которые не имеют такой возможности прийти и оплатить. Поэтому только сегодня, 26 числа, мы приглашаем детей из многодетных семей, из детей-инвалидов. Хотелось бы выразить большую благодарность нашим тренерам. До 31 мая проходит акция для жителей Крыма минус 50%. Это значит, что все жители Крыма могут посетить наш дельфинарий с такой большой скидкой 50%. Всех приглашаем в гости к нам. Приходите и прикоснитесь к миру прекрасного. Сколько лет вы тренер? Порядка 7 лет уже. Вы этому где-то учились? Да. Я этому посвящаю всю свою жизнь и все свое свободное время. Песенка, да? Сколько всего у вас дельфинов за всю вашу практику? Ну, порядка 8 дельфинов. Да. Потому что каждый год, когда мы работаем с дельфинчиками, вот, на протяжении всего времени, когда работаешь, вот, с ними выступаешь, других тренируешь. И поэтому только на данный момент 8 дельфинов. Температура воды в бассейне? 19 градусов. И она постоянно? Да. 19 градусов – это самая оптимальная температура воды для питомцев. Специально для телекомпании НТВ Александр Залис. Мы сегодня попробуем сами испытать все ощущения вместе с дельфинами Афалина. Поехали! Судакская семья, мы хотели подарить вам вот такую вот красивую картину, чтобы она всегда вас радовала и вы не забывали про дельфинов. Благодарю.